Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ольга Мишина. Хочу рассказать, как сделать, самый простой и самый быстрый рисунок «Весна». Этот рисунок делается монотипией. Для этого потребуется файлик. Посмотрите, друзья, вот здесь вы видите коричневую землю, проталины, чуть-чуть показалась зеленая травка и даже вот такой зернистый снежок. Голубые тоже проталинки. Остался кое-где и белый снег. Сначала мы делаем фон монотипий, это по-другому отпечаток. Потом снимаем этот файл и дорисовываем цветочки. Друзья, если вы будете пользоваться вот таким гладеньким файликом, а не просто листом бумаги, то у вас получится вот такие вот красивые прожилки, вот такой зернистый снег. А рисунок самих этих прожилок снега будет зависеть от того, в каком направлении вы снимаете файлик. Или вы вот так снимаете, тогда вы видите, вот сюда потянутся эти прожилки. Если вы вот так снимаете, то потянутся вот так, краска потянется. Для этого мы нанесем на лист бумаги пятнышки коричневого, голубого, зеленого цвета. Коричневый – это земля, голубой – это подтаивший снег, а зеленый – первые проталинки. И приложим файл, и потом его снимем. Можно сделать несколько отпечатков и выбрать тот, который вам больше понравится. Рисовать монотипии очень интересно, весело и быстро. Друзья, если вам нравится мое творчество, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь моим видео.